Я призываю своих сторонников, своих коллег, завтра в 12 часов дня мы собираемся перед Конституционным судом. Я прошу всех взять с собой белые хризантемы, символ чистоты, прозрачности, транспарентности. Эти белые хризантемы мы вручим людям после окончания протеста, после завтрашнего решения Конституционного суда. В знак того, что у Молдовы есть хорошие перспективы на светлое будущее без коррупции, без кульков, без подлецов и негодяев. И, значит, 12 часов дня, я уже с некоторыми коллегами нашими переписался, мы собираемся перед театром оперы и балета «Мария Бешу» в Кишиневе, и оттуда пойдем к зданию Конституционного суда, потому что рассмотрение назначено на завтра, видел, смена 13:00. Те, кто не успеет 12:00 к театру оперы и балета, приходите с веточкой хризантем к зданию Конституционного суда. Иофаку напел лачей кари маусусцинут, масусцин, камынем преона сишим фрумос, организат энсприджину, курти конституционалис, ну и пермитим луидудон, для инчарка кункулек сауалту, сфакаша ка куртя конституционал кумвас фи инфлюенцата ка сфи и либераты в рюдичизи инфолосу луидудон. Додон шти и кносы фи ачасты дичизи, дар ел есть и гата ла уорче, пентру касану авем луна юли алежер парламентари античипати. Завтра мы увидимся, и с завтрашнего дня, я уверен, что после решения Конституционного суда будет и декрет президента о распуске парламента, и страна начнет готовиться к досрочным парламентским выборам.